Да, поединок продолжается. А, уже следующий поединок, прошу прощения. Тут мы небольшое отвлечение было. Обсуждение было по соревнованиям, по некоторым встречам. И Михаил Анатольевич, к сожалению, нас покинул, но продолжит трансляцию с нами Расим Закиров, который является судьей олимпийской категории. Ну, ему будет что сказать уже не со стороны тренеров и организаторов, а со стороны представителей судейского корпуса. Я думаю, он более подробно остановится на действиях технических, на нововведениях, на всевозможных там требованиях, правил. Ну, какие бы правила ни были, они выстраиваются только лишь для одного, чтобы дзюдо было более динамичным, более интересным и красивым. Для того, чтобы не было никаких тактических уловок, уходов от приемов, а было, как знаете, как, примерно как в сумо. Вышли два спортсмена, два атлета друг на друга, ну, и вот такая стычка, и сразу же идет бросок. Ну, наверное, так. Все-таки сумо прародитель джиу-джитсу, а джиу-джитсу – это прародитель дзюдо. Вот оттуда мы идем. Ведут свои корни у этого интереснейшего вида. И много динамичных действий, много использования силы и инерции соперника против него же самого. Вот как здесь, в данной ситуации было. Видите, провалился на действии соперника. И тут же контратакой перехватил инициативу представитель Центрального федерального округа Хушаков и одерживает победу в этом поединке. Сразу зафиксировал, сделал удержание, поскольку по новым правилам дают оценку ипон и фиксацию удержания. Поскольку, вы знаете, часто бывает, ипон близок к вазари, поменяют оценку, а спортсмен, одерживая, ведя поединок, причем мог его подытожить удержанием сразу на ипон, не успевает фиксировать. Ну и ситуация возобновляется. Для того, чтобы этого не было, поднимают руку на ипон, как в данном случае. Вот арбитр.